короткое видео, в котором хочу поделиться еще одним открытием, которое я сделал буквально сегодня. Капец, сколько играю и не знал об этом. Чем-то в духе того открытия с луком желания. Ну а сейчас, можно сказать, аналогичное. Итак, раз-два-с. Хлобысь. Силовая стойка с арбалетами, блин. Казалось бы, с одной стороны просто, никакого секрета, но с другой... С другой я даже как-то и не думал о том, что можно арбалеты в силовую стойку взять. Притом это не только эти два. Это любые арбалеты можно взять в силовую стойку. Например... Тяжелые. Эйвелины, автоматические. В случае с автоматическими это вообще нечто. Можно, в принципе, стрелять как обычно. Можно в силовой стойке. Расход стрел пипец просто. Хотя, ну как, 6 стрел, 2 на 3. Ну, в смысле, болтов. Болты, они, конечно, дорогие, но что поделать. Ну и силовая атака в силовой стойке. Она просто другим типом стрел стреляет. Спецатаку этими арбалетами, так же, как и маленькими арбалетами святилища, не получится сделать в силовой стойке. Это, конечно, минус. Было бы гораздо интереснее, если бы... Можно было спецатаку сразу двумя этими арбалетами сделать. Вот это было бы, конечно, нечто. Но так... Только либо с одного стрелять, либо с двух. Но никакой спецатаки. Ну вот такие дела. Вот такой вот еще один секрет, который не секрет.